Сибирь. Это слово слышал, наверное, каждый. Это слово знают, пожалуй, в любой стране. Но знаете ли вы что-либо об этой земле, кроме того, что это очень-очень далеко и что там очень и очень холодно? Начнем с того, что Сибирь — это огромная территория. Она больше, чем Европа, Китай, США, Австралия или Южная Америка. Здесь вы встретитесь с тайгой, самым большим лесом на планете. Познакомитесь с Байкалом, самым глубоким озером в мире. И найдете 4 из 10 крупнейших мировых рек – Енисей, Обь, Лена, Амур. Именно здесь, в Сибири, сосредоточено более 30% запасов всей пресной воды нашей планеты. Давайте перенесемся к верховьям Лены, одной из великих сибирских рек, и окажемся в Якутии. Эти просторы поражают путешественника суровой первозданной красотой. Добраться сюда непросто. Но именно здесь можно встретить настоящую дикую Сибирь. Побывать в самой холодной точке северного полушария, Оймяконе, с зимней температурой до минус 70 градусов Цельсия. Увидеть Ленские столбы, заповедник из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, 40-километровую череду отвесных скал. Они тянутся по правому берегу реки Лены. Или встретить посреди якутской тайги самую настоящую пустыню. Уникальные природные дюны Тукуланы. Десятки километров песка на вершинах гор. Откуда они здесь, в Сибири, нет точного ответа. Большую часть года здесь очень холодно и снежно. Зимой столбик термометра может легко достигнуть минус 50 градусов, а слой снега — нескольких метров. Впрочем, и в июле снег тоже можно найти. Суровый климат этих земель помог сохранить красоту дикой природы в первозданном виде и уберег их от промышленного освоения. И оказавшись здесь, мы увидим настоящие чудеса. Лето в Сибири. Короткие 3 месяца, когда природа оживает. Тысячи видов самых разных растений стремятся успеть взойти, распуститься и оставить семена. То, что зимой представляло собой бескрайний снежный пейзаж, летом покрывается немыслимым многоцветием сибирских трав. Но и короткое сибирское лето – тоже суровое испытание. В резко-континентальном климате Сибири летние температуры могут легко достигать плюс 40 градусов. Только представьте, выжить в безжалостном климате в условиях постоянного перепада температур. Зимой – минус 60 градусов, летом – плюс 40. Сможете ли вы? Они могут. Сибирские травы – главное богатство Сибири, да и всей планеты. В мире все меньше и меньше мест, где можно увидеть такое количество дикорастущих целебных растений. Помимо Ленских столбов, в Сибири под охраной ЮНЕСКО находятся еще 6 памятников первозданной природы мирового значения – вулканы Камчатки, остров Врангеля, плато Путорана, легендарное озеро Байкал, а также степи и озера Упсунурской котловины и золотые горы Алтая.
Горный Алтай. Каждый поворот – повод к отдельному небольшому путешествию. Здесь, как и во всей Сибири, можно встретить удивительное многообразие диких трав, которые по-прежнему несут в себе силу суровой первозданной природы. Тысячи лет местные целители знали о непревзойденной силе сибирских трав. А в 20 веке ими заинтересовались и ученые. Именно сибирские травы использовали при подготовке первых космонавтов к полету в космос. А сегодня уже во всем мире знают об удивительных свойствах сибирских растений. Siberian Wellness – один из мировых лидеров по производству натуральных продуктов для активной и полноценной жизни. И вот уже более 20 лет почти все наши продукты производятся из сибирских трав в центре Сибири. Это дает нам возможность без потерь перенести всю природную чистоту и энергию сибирских трав в наши продукты. Новосибирск – столица Сибири. Здесь сибирские травы превращаются в инновационные продукты для активной и полноценной жизни. Наше производство сегодня – это самые современные мощности и международные стандарты. Собственный научно-инновационный отдел, собственная лаборатория, уникальные запатентованные рецептуры, огромный логистический центр. Siberian Wellness рождена в Сибири. В одном из последних мест планеты, где природа все еще остается первозданной и нетронутой. И Siberian Wellness делает все возможное для сохранения дикой природы Сибири, которая щедро делится с нами своими дарами. Для этого мы учредили фонд «Мир вокруг тебя», который поддерживает экопроекты по спасению редких видов животных, птиц и растений Сибири, а также исследует и охраняет воды мировой жемчужины – озеро Байкал. А наше производство и наши продукты отвечают самым строгим экологическим нормам. Мы очищаем воздух и воду, которые используем при производстве продуктов. Мы используем биоразлагаемые материалы для наших упаковок. Мы не используем искусственные добавки в продуктах для активной и полноценной жизни. Мы не добавляем сульфаты, фталаты, парабены, минеральные масла, синтетические отдушки и красители в наши продукты для красоты. Мы не тестируем наши продукты на животных. Мы гордимся своими продуктами. Поэтому нам важно, в каком окружении и как о них узнают наши клиенты. Представительство и логистические центры Siberian Wellness сегодня открыты в городах уже 65 стран мира. Каждый, кто ищет экологические природные решения, обязательно найдет здесь что-то для себя. Ведь ассортимент Siberian Wellness сегодня – это более 250 натуральных продуктов. Продукты для активной и полноценной жизни. Спортивное и функциональное питание. Натуральная косметика, средства личной гигиены и зубные пасты. Селективная парфюмерия. Продукция для отличного самочувствия и продукты серьезного воздействия. Более 20 лет люди в самых разных странах мира пользуются натуральными продуктами Siberian Wellness. Потому что они видят результаты, потому что ценят отношения, потому что чувствуют силу сибирской природы. И согласитесь, это очень вдохновляющая история о том, как необъятная, суровая Сибирь и ее удивительные растения превращаются в продукты, которые меняют жизнь. Ведь Сибирь – это настоящая природа, настоящая наука для людей.